Встречи с представителями власти проходят в разных микрорайонах Химок. И как показывает практика, они востребованы. У горожан много вопросов. Например, жительница Сходни Елена Третьякова бьется с засором в квартире. Без помощи специалистов, говорит, никак не обойтись. С этим вопросом Елена обратилась на выездную администрацию. Я подошла к заместителю главы, к Денису Анатольевичу Иркову. Он сказал, что сегодня все приедут, все прочистят и продезинфицируют нам подъезд. Мне все очень-очень удобно. И вообще я очень благодарна, что очень-очень хорошо отнеслись. Химчанин Дмитрий Гуревич пришел решить вопрос с транспортной доступностью в жилом комплексе «Авентин» и обсудить качество дорог. Сам по себе формат выездной администрации – это очень правильный формат. У жителей Химок ездить, ездить в Химки по каждому вопросу, ну, не у всех есть такая возможность. А выездная администрация, выездная такая сессия работы администрации дает такую возможность. Подобный формат встреч с жителями Химок проходит почти каждую неделю. Сейчас на контроле у власти более 500 обращений жителей. Наиболее востребованными остаются помощь и консультации в сфере ЖКХ. Кровли. Это сейчас в рамках месячника уже жители начинают обращаться, в том числе даже по позитивным тем, таким как помочь организовать субботники на территориях. Это выезжающий мусор, который появляется. Где-то подкраска дверей, входных заборов, ремонт заборов после зимы. Ну, то есть больше такое уже в рамках благоустройства, но больше вопросов стали возникать. Всего с вопросами и предложениями обратились более 90 жителей Сходни. Следующую выездную администрацию проведут 4 апреля в микрорайоне Новой Химки. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.